на вопрос, где родился наш Христос. Он родился в Миродоме, а в Риуе на Соломе. А когда Христос родился, с кем ли он находился? Он родился в Вифлееме, зимнее ночное время. При мерцании тусклых свечек среди маленьких овечек. Как зовется мама-то, в мир родившая Христа? Мать Христову все мы знаем и Марию называем. Слышит ли меня Иисус? Расскажите мне о том, что потом было с Христом. В Назарете рос он, жил, людям на земле служил. Делал множество чудес, был распят, потом воскрес. Кто ответит на вопрос, где теперь живет Христос? На небесах Христос живет, всех людей туда зовет. Слышит ли меня Иисус, если я ему молюсь? Для того Христос родился, чтобы ты ему молился. Для того Христос воскрес, чтобы слышать нас небес. Это утренней зари, в небе звездочка горишь, а когда ложишься спать, ты мигаешь мне опять. Слушай, звездочка, скажи, хорошо на небе жить? Ты пока еще малыш, днем играешь, ночью спишь, и о Боге знаешь мало, то, что мама рассказала. Но тебе отвечу я, в небе радость вечная, счастлив, кто сюда пришел, в небе очень хорошо. Звездочка, ты много лет слетишь людям на земле? Я задам тебе вопрос, как родился мир Христос? О, я помню все отлично, ведь звезда моя сестричка рассказала людям всем, что пришел он в Вифлеем. Это было так давно, но я помню эту ночь. Мы небесные светила, радость людям подарили. Пели ангели чудесно, не забыть нам этой песни. Неземные голоса, если б мог не слышаться. Я не звездочка, а я мальчик, да еще и лет немало. Знаешь, звездочка, обидно, ничего-то я не видел. Ни спасителя, ни неба, в Вифлееме тоже небо. Сам бы, звездочка, как ты, все увидел с высоты. Выше голову, малыш, ведь напрасно ты грустишь. Ты счастливее многих звезд, в небе ждет тебя Христос. Будешь вечно рядом с Богом, подожди, малыш, немного.